Сравнить цены и характеристики товара за несколько кликов, изучить отзывы покупателей, связаться с продавцом, заказать доставку по нужному адресу. Торговые интернет-площадки за несколько лет плотно вошли в нашу жизнь. Если для покупателей такие сетевые гипермаркеты стали удобной альтернативой обычных, то для потенциальных продавцов – перспективной площадкой для реализации товара. Понимаете, сейчас идет очень большое развитие маркетплейсов. И в основном сейчас работают по маркетплейсам. Розница сейчас просто-напросто отходит в сторону. И сейчас нужно учиться работать на маркетплейсе. Вот поэтому я сегодня пришел сюда и хотел бы узнать, как это будет в дальнейшем развиваться, как это начинать и как это будет. Я давно читаю, наблюдаю, то есть посещаю разные семинары, вебинары, также онлайн смотрю. Как бы интересная тема это. Может быть, в будущем поменять сферу деятельности. Индивидуальные предприниматели, самозанятые юрлица собрались в Центре поддержки предпринимательства для того, чтобы узнать больше о работе электронных торговых площадок. Спикер семинара Александр Чернядев профессионально занимается продвижением на маркетплейсах, а также оптовыми поставками из Китая с 2012 года. Своим опытом Александр пришел поделиться с саровчанами. Через семинар я как раз хочу рассказать, как это сделать можно пошагово, просто, то есть что такое маркетплейс, рассказать в целом, какие есть возможности этой площадки и как пошагово можно попасть туда и зарабатывать деньги. О выборе поставщика и товара, подготовке и первой отгрузке, продажах и продвижении товара. Семинар построен так, чтобы здесь нашел для себя что-то интересное как новичок, так и тот, кто уже знаком с цифровыми платформами, считает Александр. Сейчас тема эта такая популярная, хайповая, поэтому я думаю, это актуальная информация. Уже много и курсов, и всяких лекций, и сами Озон, то есть все везде все учат, поэтому здесь есть возможность уже нам познакомиться и на практике все это посмотреть. Семинар прошел в формате диалога. Каждый участник смог задать спикеру интересующие вопросы. Анна Пелепец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.